Привет, вы на канале маленького Лея. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А что это у тебя в ручках? Зайчик такой, попуй зайчиков у бабушки моей. Ну, вот он. Покажи, покажи, что это за зайчик у тебя. Вот. Это рюкзачок такой? Да. Сумочка. Рюкзачок, сумка. А что у тебя в сумочке? Сейчас вам покажу. Пичи летает. Да, это наш питомец. Так. Что там у тебя? Птичка. Да. Вот такая бомбочка. Бомбочка? Посмотрим, что там есть. Бомба? И что с ней нужно делать? Надо в воду устроять, и там что-то будет, или тренировка, и вот так, и тренировка на пальчик, и всякие аксессуары. Ну что, давайте распробовать? Давай. Так. Вид. Ой, что-то успокоил. Это, наверное, там знаешь что? Пеленка. Пеленка. Пеленка такая. Руку тяжело. Помочь? Ты ж не маленькая, ты ж не ребенок уже, ты ж не лялька. Это только ляльки мама помогают, мама помогает лялькам, только что-то я делаю. Ой, вот уже и делали. Вот уже что-то нам попалось. Что это такое? Надо что-то почитать. А вот это что? Вот это сейчас открепим как-то. О, открепить скотч. Надо тебе такой кладыш, чтобы там поняли, что тут есть. Ладно, давайте дальше распаковывать. Ищем молнию. Давай, где-то молния. О, вот нашли слоза. Так. Так. Ух ты, белый. Уж и голубой, и сиреневый. Ух ты, уже видишь тренировка и подсказка. Видишь тренировка. Наклеила. И что с ней теперь делать? Там сейчас надо отклеить. Это тренировка такая. А, это переводка, да? Да, это переводка. Переводка? Это на ручку надо наклеивать? Или на пальчик. Или на пальчик? Вот так, по-моему, надо. Или так. Так надо, но не открыть. Ладно, это потом разберемся. Еще звездочки какие-то, да? Да. Тут пеленка я забыла. Пленку нужно снять сначала, да? Это, наверное, да, пленка. Кто к нам прилетел? Попугай наш. Попугай наш. Грызет наш домик. Да. Он уже хочет посмотреть, что у тебя там. Смотри, он заглядывает. Там ничего нет пока что. Надо как-то пеленка толвать. Главное, чтобы шарик. А, да, это пеленка. На столик, но надо открепить. А мы думали, что не растворяется? Не растворяется, потому что эту пленку сверху надо снять. Да. Что, давайте бросать, да? Все, сняла пленочку. Да, можно бросать? Да, бросай. Бульбашки идут. Скоро сольется все по дому. Я думала, что ты шипит? Не сильно шипит. Я думала, сильнее будет шипеть. Есть большая шипучка, есть маленькая. Долго как-то растворяется, да? Да. Поиграть пока. Уже тут дылка и тут. На голубом и на фиолетовом есть дымка вообще.
Ух ты, еще. Ты уже открыла? Да. Кто там появился? Вот такой белочек и вот такая цепочка на него. Как прицепить, я пока не знаю. Вот это как-то какая-то сумочка любимая. А ну, дай мне посмотреть, что это. Это гирька, наверное. Гирька? А покажи, блин. Или что это? Вот это оно или нет? Вот это? Да, это оно. Покажи, что там. На пальчик. Покажи, что там. Вот, на пальчик. Звездочку на пальчик наклеить. И вторую большую наручку саму. Что это? Это наклейки. Это такой белок. Брелок? Или сумочку можно сделать. Наручку как-то. Лер, как ты думаешь, а бывают съедобные куклы Лол? Нет, не бывает. Только на торте бывают. На торте? Мне кажется, еще какие-то бывают съедобные. А какие? Показать? Да. Смотри, какие бывают съедобные куклы Лол еще. А что они одинаковые? Одинаковые, две сестрички одинаковые. Ты будешь пробовать куклу? Да. Да, давай, раскрывай. Я могу с тобой... Похоже на настоящее? Ну, да. Немножко. Немножко. Пряник такой. Да. Будешь пробовать? Давай. Вкуснятина. Вкуснятина. Оставлю на завтра. На завтра оставишь? Угу. Или подружке, Кате. Все, без бантиков кукла осталась. Вкусные бантики. Дашь маме попробовать? Да. Ням-ням-ням. Вкусно? Вкусно-вкусно. На какую из твоих кукол похожа такая куколка? Не знаю. Ты знаешь, ну посмотри, может есть такие какие-то? Ты-то не сильно, да? Ну да, тоже не сильно. Шортики и маечка у меня на питомца, мне кажется, чем-то похожи. Да? А потом, ну, вообще-то нету повязки на куколку. Что, да? Нет, ни на какую не похожи, да? Нет, вот этих куколок еще у тебя. Я одну куколку села, теперь одна осталась. Но я с вами и с папой потом поделюсь, и с тобой, мама. Хорошо. Спасибо большое. Пока! Пока-пока.